Снега потихонечку, вода не очень плескается. Есть, пошла. Когда-то давно, когда помогал бабушке наносить воду из колодца, положил сверху такой крестик деревянный, вода плескалась гораздо меньше. Но сейчас такой возможности нет. Вот, продолжаем работать, уже вот видеосъемка пошла. Да, он вообще вредит, то под колеса бросится, то под танк, то еще куда-нибудь. Вот так языками будет высовываться. Вот так мы снимаем наши тест-драйвы на других автомобилях. Ну, в общем, если потихоньку, то ничего страшного.